Это видео, наверное, заинтересует всех, кто учился на факультете молекулярной и химической физики МФТИ в 90-х годах. Потом, как вы знаете, уже произошло объединение факультетов физтехшколы. Вот. Но вспомнить свою учебу, конечно, бесценно. Вы, если смотрите это видео, наверное, все это сдавали на экзаменах, зачетах, посещали лабораторные занятия. С тепло вспоминаете своих преподавателей, большинство, я думаю, которые, конечно же, старались, чтобы у вас были знания и навыки для дальнейшей жизни. Спасибо за внимание.